Так, вот это у нас Плеяды. 10 марта 2021 год, Харьков, 18.22 по Киеву, 23 уже. Светочувствительность поставил ISO, вернее, 1600. Многовато, но меньше просто не имеет смысла, как в том анекдоте. Ты квартиру купил, да сколько комнат? Одна. Ну да, меньше смысла нет. Ну, в общем, по-моему, неплохо. Окуляр вообще прекрасно. Хотел я поснимать в Старлинке, но что-то не заладилось. То ли я как-то неправильно сориентировался, да. Ну, Плеяды у нас, в общем, по сию пору рядом с Марсом. Не знаю, видно сейчас. Ну, Марс-то точно видно слева. А Плеяды уже, наверное, потускнели. На экранчике чуть-чуть вижу, значит, на мониторе будет видно 100%. А рядом с Марсом сейчас звезда какая-то. Тау, что ли? Ой, даже две, ты посмотри. Ну, понятно, что Марс красный вверху. А ну, сейчас попробую резкость. Не сказать улучшить, усугубить. А ты посмотри, я вижу там три звезды рядом с Марсом. До Марса 233 миллиона километров. Это чертовски много. И поэтому, конечно, никаких ледников на южных полюсах Марса мы не увидим. Вообще, просто блямба, к сожалению, сейчас. Слишком далеко. В октябре было 60 миллионов, 62 миллиона километров. И это было шикарно. Так, мне еще тут час торчать. Буду пытаться следующий виток Старлинков подловить. Так что Плеяд я наснимаюсь. Ну вот они. Наши семь сестер, стажары. Они прекрасны. Да, в комментариях там писали про то, что созвездие похоже на большую медведицу, только маленькое. Вот это, скорее всего, об этих Плеядах речь шла, о стажарах. Потому как я, например, тоже в детстве принимал это за малую медведицу. Ну, маленькая, похожая на медведицу. Знаешь, малая медведица. Это я резкость ищу. Хочу я все максимальный зум сделать. Но при таких увеличениях это просто тяжко. Убегает все из кадра. Наши семь сестер. Ну, давайте. Сестрички. Какая небесно-голубая. Вообще прекрасный какой цвет.
все, отпустил. Не в резкости явно. Ну что ж ты сделаешь? Я просто боюсь аппарата касаться. Малейшее движение. И наши 7 сестер. Только останавливается и ждать, пока сами в кадр влезут. Все не трогаю. Это движение, это вращение земли просто, поэтому по экрану плывет одна из сестер, уплыла, синхронное плавание. И стажары, по-моему, красивые, плеяды. Так, что у нас еще? У нас еще есть Бетелгейзе. Там у нас закат. Симпатичный. Это пояс Ориона. По диагонали чутенько он становится, классно. Резкость.